Шалом! Мир всем вам! Счастливого Рождества от нас в Индонезии, всем тем, кто смотрит программу «Время для исцеления». Радуясь его пришествию, которое принесло нам спасение, давайте вместе славить и поклоняться ему в духе и в истине. Возлюбленные, мы продолжим готовить свои сердца и умы, чтобы принять благословение Слова Божьего, которое передаст нам пастор Ника Ньохарахардио. Пусть все те, кто услышит это послание, будут благословлены. Удивительно, как летит время. Мы вступаем в декабрь, последний месяц 2018 года. Скоро мы войдем в 19-й год. В декабре мы празднуем Рождество. Тема Рождества 18-го года — рождение князя мира. Исаия говорил о рождении Иисуса Христа в этот мир за 700 лет до этого события. Написано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Иисуса называли Князем Мира, потому что Иисус примирит человечество с Богом, с Творцом всей Вселенной. Он сделал это. Kau turun ke dunia.
Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божией. Возмездие за грех — это смерть. Смерть, поскольку человек впал в грех. Слава Божия отошла от человека. Отношения между человеком и Богом обострились. Написано, что возмездие за грех — это смерть. И это очень страшно, потому что это смерть вечная, смерть в аду. Что Библия говорит об аде? Ад — это место вечной тьмы, место плача и скрежета зубов. Ад — это место, где червь не умирает и огонь не угасает. Ад — это место мучений, где огонь и сера. Днем и ночью, навеки вечные. Ад — это очень страшное место. Не дай нам Бог оказаться в аду. Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Иисус пришел в этот мир как князь мира, чтобы восстановить отношения между Богом и человеком, чтобы человечество было спасено». Только Иисус смог восстановить отношения между Богом и человеком. Иисус говорит, «Я есть путь, Я есть истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть дверь для овец. Кто войдет Мною, тот выйдет и войдет, и пажить найдет». Kebenaran dan hidup Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Я верю, что каждый человек на земле хочет жить в счастье и покое. Люди гоняются за счастьем и покоем самыми разными способами. Но Библия ясно говорит, «О, если бы ты внимал заповедям Моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Когда мы верим в Иисуса, князь мира рождается в наших сердцах, и Иисус желает, чтобы мы внимали Его заповедям, чтобы обрели благословение и покой. Библия говорит, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его он размышляет день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках больших вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он делает, он успеет, потому что надеется на Бога Вседержителя. Berbahagialah orang yang kekal.
adalah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Возможно, среди вас есть те, кто сомневаются, что преуспеют во всем, что бы они ни делали. Возлюбленные, это Слово Божие. Если вы верите, вы переживете Божие обетования. Давайте скажем это верой вместе со мной. Что бы я ни делал, я преуспею. Что бы я ни делал, я преуспею. Еще раз. Что бы я ни делал, я преуспею. Дайте аплодисменты Господу. Аллилуйя. Иисус, князь мира, хочет, чтобы те, кто поверил в Него, жили в мире со всеми людьми. Это означает, что мы должны прощать тех, кто поступил с нами неправильно. Те, кто не умеют прощать, столкнутся с огромными проблемами. Библия говорит: «Больше всего хранимого храните сердце свое, ибо из него источники жизни». А это означает: хорошая у вас жизнь или сложная, все зависит от вашего сердца. Поэтому мы должны охранять свое сердце, чтобы в нем не было зависти, горечи, обид, и чтобы наша жизнь была в порядке. Потому мы и должны прощать тех, кто плохо с нами поступил. Иисус учил нас в молитве Господней: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Если мы не будем прощать тех, кто неправильно с нами поступил, Господь тоже нас не простит. Если же мы простим тех, кто поступил с нами неправильно, Господь тоже нас простит. Я видел множество людей, которые не умели прощать. Они страдают от различных проблем, включая болезни и немощи. Тем, у кого в сердце мир, легко быть благодарным. Библия говорит: «За все благодарите, ибо такова воля Божия о вас во Христе Иисусе, Господе нашим». Мы должны благодарить за все, независимо от того, в хорошем мы состоянии или в плохом. Благодарите всегда и благодарите везде. Домой, сетятраку, seperti sungai yang tidak pernah. Ku sembah kau, Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau, Yesus, ku sembah kau. Что сделал Иисус, когда накормил 5000 человек, не считая женщин и детей, 5 хлебами и 2 рыбками? После того, как Иисус взял у мальчика 5 хлебов и 2 рыбки, он поднял глаза к небу и поблагодарил Бога. После этого Иисус преломил хлеб и рыбу и попросил учеников раздать их людям. Что же произошло? А произошло необычное чудо. Хлеб и рыба не заканчивались, пока 5000 человек, не считая женщин и детей, не насытились. Остатков набралось 12 полных корзин. Библия говорит нам: «Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Здесь Иисус учил своих учеников, которые переживали
Как им накормить 5000 человек? И это не считая женщин и детей. А у них было всего 5 кусков хлеба и 2 рыбки. Молиться и просить с благодарением — вот он секрет. И что тогда произошло? Произошло необычное чудо. Они увидели то, чего не видело око, не слышало ухо, не представляло себе ни одно сердце. Иисус желает, чтобы мы всегда молились и просили у Отца с благодарением. Вскоре мы войдем в 2019 год. Возможно, кто-то из вас переживает о начале его. Если вы хотите испытать новые чудеса, которых раньше никогда не переживали, вы должны благодарить за все, и плохое, и хорошее. Возлюбленные, скольким из вас нужна молитва? Вступая в 2019 год, вы говорите, что ваше состояние не очень хорошее. Тогда я хочу помолиться за вас. Пожалуйста, поднимите свои руки. Боже, Ты видишь эти поднятые руки. Твои дети в плохом, а возможно, и в очень плохом состоянии. Возможно, это финансовые проблемы, либо болезни и немощи. Это может быть все, что угодно. Сегодня ты говоришь, что мы должны благодарить за все. Отец, и вот мы молимся за твоих детей, которые нуждаются в исцелении, нуждаются в новых чудесах в своей жизни. Принимайте во имя Иисуса Христа то, чего вам не достает. Принимайте исцеление во имя Иисуса. Принимайте новые чудеса, которых никогда не испытывали ранее, во имя Иисуса Христа. Аминь. Сердцем полным благодарности Господу мы все будем благословлены, когда будем молиться, хвалить, поклоняться и делиться Словом Божиим, которое только что услышали. В это прекрасное Рождество мы будем продолжать молиться, чтобы вы были обильно благословлены. Счастливого вам Рождества! Да благословит вас Иисус! Christmas means to me that God has sent His only Son. Those who believe in Him will have an eternal life. What Christmas means to me. Amazing love that changed my life. Now Jesus lives within my heart. That Christmas means to me. Love of God shine through us to the world that needs love. Darkness into light. What Christmas means to me. Amazing love that changed my life. Now Jesus lives within my heart. That Christmas means to me. Shine through us to the world that needs love, turning blind into sight, darkness into light. What Christmas means to me. Amazing.
Christmas means to me. Now Jesus lives within my heart. That Christmas means to me. Tuhan, Juru Selamat.